Да что ж такое-то, а? Ну как только они не рекламируют свои стиральные машины. Они вместительные, плоские, быстрые, аккуратные, умные, надежные. Но если все так здорово, объясните мне, почему каждый раз из своей суперсовременной стиральной машины я достаю полотенце, связанное в узел? Кто это сделал? Слушайте, а может это кошка сделала, а? Она иногда спит у меня среди вещей и наводит там беспорядок. Но нет. Я провел эксперимент, я простернул кошку в стиральной машине без белья. Так она 3 дня потом не могла определить, где у нее передняя лапа, где у нее задняя лапа и куда у нее смотрит хвост. Кошка ни при чем. Тогда кто, скажите мне, кто повышает энтропию у белья?